Самое главное при использовании открытого огня – соблюдать требования пожарной безопасности. Не разводить огонь в ветреную погоду, не допускать разведения огня вблизи строения леса. Следует запомнить, допустимое расстояние 15 метров. Территория вокруг костра должна быть очищена в радиусе 10 метров. Необходимо сделать углубление 30 сантиметров, шириной не более 1 метра. Рядом обязательно первичное средство пожаротушения. Вокруг своего участка необходимо скосить сухую растительность. Ну и, конечно же, не оставляйте непотушенными костры. Не бросайте горящие спички и окурки на обочинах дорог, вдоль трасс, в лесу, на полях.